Всем здорово, дорогие друзья! Как и обещал, сегодня будем дегустировать вот такой ликер Канари. Какой он? Кокосовое молоко. Чималочко, как его правильно называть. Но, по-моему, я такой видел у нас в супермаркетах в Украине. Не знаю, может, я ошибаюсь, но, по-моему, точно такой я видел. Вот, стоит этот ликер здесь 12 злотых. 12 злотых это, ну, приблизительно где-то гривен 90 или 230-240 рублей. Вот. Открываем. Запах прикольный. Ну, и у соплицы был прикольный. Так, сейчас будем разливать. Так. О, он такой кремовой консистенции. Не знаю, с правильных бокалов мы пьем или неправильных. Но хер с ним. Ну вот, дорогие друзья, мы телепортировались в комнату. Вот пробую Канари или Канары. Скорее всего, оно как-то Канары читается. Ну, как-то ликер, Канары. Я его, если честно, уже попробовал. Вкус вкусный. Спирты вот практически не слышно. Такой он тягучий, такая консистенция тягучая. Ну, как вот у кремового ликера, он кремовый. Вкусный. Молоко сгущенное. Да, как сгущенное молоко. Спирта почти не слышно. В голову шибет слегка, но не сильно. Ну, дальше расскажу о состоянии, как в прошлый раз, и о последствиях. А дни расплаты завтра. И вот я опять телепортировался, только уже в лес, а не в другую комнату и на месяц вперед. Вот. Ну, короче говоря, вот ставлю оценку ликеру Канари. Ставлю пятерочку. Пятерочку во всем. Он вкусный, он не приторный. Он реально расслабляет, он реально классный. Ой, голова не болит, вообще не болит. Такое впечатление, что ты и не пил. То есть пьется лучше, чем пиво. То есть 5 баллов. 5 баллов. Ну все, друзья. Давайте, пока. Подписывайтесь на канал. Все, до следующего выпуска.